стране выбрали символ года народного единства. Победителем стала работа под названием «Мы» Виталия Ортюха. Он же автор талисмана чемпионата мира по хоккею 2014 года в Минске. На конкурсе представили 174 идеи. Слоган эмблемы «Каждый из нас – часть единого целого, одного большого «Мы» – белорусского народа». Символ уже размещен на официальном сайте нового государственного праздника. В стране начинается вступительная кампания. Абитуриентов ждут свыше 50 вузов. Количество бюджетных мест в этом году увеличили на 1%. Предварительно подать документы можно дистанционно. Для этого нужно заранее зарегистрироваться и внести необходимую информацию в электронном кабинете. У белорусских школьников сегодня пройдут выпускные вечера. Торжественная церемония вручения аттестатов начнется в 8 вечера. Затем дискотека и развлечения до самого утра. При этом сохраняются требования соблюдать масочный режим, дистанцию и не допускать в одном помещении большого количества людей. В Бобруйске проходит акция «День безопасности на железнодорожных переездах». Сотрудники ГАИ отрабатывают ЖД-пути с помощью скрытого контроля и средств видеофиксации. Внимание уделяют максимальному числу переездов. Православные отмечают один из главных праздников – Вознесение Господне. Службы в храмах традиционно начались накануне. Согласно Библии, на 40-е сутки после воскресения Иисус Христос собрал учеников на склоне Елеонской горы и велел им идти проповедовать Евангелие по всему миру, а сам на глазах апостолов вознесся на небеса.